проклятая женщина! Она не заговорит. Нужно было пытать ее током. Он всегда работает. Или нужно просто перерезать ей глотку. Нет. Она должна быть жива. Убирайтесь. Ждите у дверей. Твои люди хотят быть уверены, что ты жива. Но особо не надейся. Твой генерал твердит только одно. Мы не торгуемся с террористами. С террористами. Ха. У нас даже танк есть. Кем они себя считают? Но меня все устраивает. На одного турецкого офицера больше, на одного меньше. Я вас слушаю. Мы свое сказали, генерал. У вас есть список наших 50 людей, которые находятся в турецких тюрьмах. Освободите их и передайте нам. И получите офицера. Я хочу поговорить с офицером. Сейчас. Прямо сейчас. Мне не нравится ваш тон, генерал. Вы сможете увидеть ее только если я захочу. Я должен быть уверен, что она жива. Либо ты показываешь ее мне прямо сейчас, либо этот звонок завершается. Вот ваш офицер. Офицер, вы в порядке? Я в порядке, командир. Полковник Топрак. Мы ждем вас. Ждем в Анкаре как можно скорее. Это мой приказ. Как прикажете, командир? Ничтожество! Ты издеваешься? Приезжайте в Анкару! Посмотри на эту женщину, смотри! Она даже в туалет сходить не может без моего разрешения. Проклятье! А? У этого маньяка богатое воображение. У тебя нет ни единого шанса выбраться отсюда. Как я понимаю, генерал не согласится с моими условиями. И я думаю, что могу использовать тебя по-другому. Ты же знаешь, у нас тут особо нет возможности дружить с женщинами. А ты, офицер, хорошо выглядишь. Очень хорошо. Если женщина противится мне, для нее будут последствия. А ты женщина, и ты столкнешься с последствиями. Что происходит? А ты как думаешь? Он начал приставать к женщине, все как обычно.
Если хочешь, можешь проверить. Да, Тамрис. Командир, я свободна. Можешь дать мне свои координаты? Или любое место, куда ты сможешь отойти? У меня нет возможности, командир. У меня сильно ранена нога. Я не смогу уйти далеко. Есть только одно место, откуда вы сможете меня забрать. Отсюда, командир. Я оставлю сигнал открытым. Отследите его и заберите меня отсюда. Хорошо, офицер. Но я предполагаю, что их там много. Нам нужно время. Как поступим? Их много, командир. Но это ненадолго. Я понял. Идите сюда! Найдите эту женщину! Обыскать все! Ищите везде! Быстро! Быстро! Чтобы камня на камне не осталось! Я хочу этого офицера! Я хочу ее живой! Быстро! Стреляйте же! Остановите этот танк!